этом году фортуна благоволит нам. Маг. Маг-разбойник. Я давно не играл в маг-разбойник. Давайте поиграем. Блин, ну и Зеры, но, конечно, такие все так себе карты. Мастер Клинка, может быть. Ну, кстати, возможно, Мастер Клинка это нормальный персонаж. Давайте оценим. Так. Мастер Клинка Аками 81. Ну, я соглашусь, что он, возможно, лучше, чем Зер. Давай. Ох. Раскаленная рука, руна, буконьер, торгаш. Честно сказать, мне кажется, торгаш лучше, чем раскаленная руна. Потому что как будто бы именно на стол существа они как-то лучше. 94 буконьер, торгаш. Руна 99. Но я говорю, мне кажется, это лучше. Я возьму его. Чередейский змей легко здесь, это хороший старт. Разносчик напитков легко. Ершистый боец, я думаю, все же поинтереснее-то у нас будет, да? Давайте сравним. Ершистый боец 77. Далее. Ладомат 65. На огражденной чешуе должна быть ниже. Она тоже должна где-то там 57, да, она. Хорошо. Единица. Верховный маг в беде нормально. Восковой проказник нормально. На мелкой краже да нет, спасибо. Верховного мага в беде, я думаю, я возьму. Да. Сейчас оценен. Ну, типа, это как будто бы даже... Ну, кстати, возможно, он даже лучше восковой проказник. Возможно, он действительно лучше. Но хрен знает. Не, давай, верховный маг беде, он тоже хорош. Нарубский визирь лучше, чем оценщица карт. Сирена бич. Разыгрывайте, восстанавливайте два кристалла ман. Да не, сирена бич злобы это не карта. Да? Да, нарубский визирь лучше. Хорошо. Полевой кролик. Хорош. Я думаю, бронированного жука взять вместо подрывника. Это, мне кажется, поинтереснее. Так, здесь игрушечная лодка. У меня есть все же парочку. Ты пират, кстати? Пират. И ты пират. Ну да. Игрушечная лодка выглядит как то, что мы хотим. Хотя сборочный конвейер тоже выглядит как довольно сильная карта. А давайте посмотрим сборочный конвейер, сколько сейчас. Не тир один. Нет, сборочный конверт Тир 3. Но я бы не оценил бы его чуть повыше, конечно. Но ладно, это, наверное, все же действительно поинтересней. Если вы разыграете заклинание с этой карты в руке, берете Нагу. Наги у меня, ты у меня Нага. Ты не Нага, нифига, мастер Аками. Ты не Нага. Никто не Нага. Заклинание вы раскатываете элементаля. Ну, в целом, конечно, пихлиткач может быть. Значит, кто у нас элементаль-то есть? У нас Сиаматы всякие есть. У нас Нептулон это элементаль. Ну да, чё-то как бы выглядит приятно. Каратель, мне кажется, все же хуже. Хорошо. Домушница легко. Кровь в воде все же лучше, чем визирь. Хотя визирь, конечно, классный, но кровь в воде это прям... Супер темп, сейчас темп решает. Плутовка, вальпир, плутовка, ну так, честно скажем, но лучше, чем две другие карты. Блин, звучит как антимагия. Ярость темплети, ну прям совсем плохо. Ярость темплети 16. Ну да, и броня супер плохо, контрспелл, ну 48, да, это тоже как бы прям ужас, ну ладно. Ну нет, составной голем лучше. Болтливая книга,
поиск сокровищ похуй. Так, если ваша нечисть погибала. Ну, нечисть погибала, конечно, это такое. Маловероятные события у меня. Чё, у меня... Чё по нечисти-то вообще? Одна нежить у меня? На всю колоду. Ну, здесь может выпасть. То есть, вероятность-то довольно низкая. Итак. Призрачный удар. У нас. 73. Литворный лазутчик 82. Ну просто 2-5 с ядом. Ну, может быть. Ну давай, ладно. Манускрипт легко. Хотя, конечно, игрушечный лот тоже приятно. Ну, заразный ордалак, мне кажется, хуже. Ой, ну вообще бестелесный капитан может быть. Бестелесный капитан 77. Заразный вордалк 64. Ну да, я в принципе готов и двойку достать. Хорошо. Так. Верховный маг в беде, либо теневую пыль. Ну вообще все карты неплохие. Теневую пыль 71. Это нежить. Верховный маг в беде, ну тоже нормальный, да? Хорошо, давай я упыря возьму. Ну я сборочный конверт в принципе готов. Хотя можно и превращение медузы взять. Превращение медуз нормально. Да? Учитывая, что у меня есть дагер. Добить-то я могу. Хотя, конечно, сборочный конвейер. Ну, ладно, нет, давай, все равно такое возьму. Манускрипт бездна. Ой, все опять потрясающие карты, но манускрипт бездна слишком хорош. Как будто бы от него не откажешься. 91. Ну да. Вербовщик. Корсар вербовщик тоже ничего, но нет. Уже. Горилла бот работает у нас. Да ни с кем он не работает. Так, чародейская стрела. Чародейская стрела 63. Рыбалка. Ну, типа рыбалка просто раскопай из колоды, да? Хотя даже хуже, чем раскопай из колоды. Рыбалка, ну такое. 62. 63, 62. Хорошо, давай в целом я готов взять чародейскую стрелу. Ну, я возьму с удовольствием арканолога, потому что у меня есть секрет один. Чего бы нет. Если работает, то классно. Санхадира, либо Смоляной Страж. Но, как бы, раньше я вообще не задумываясь, Санхадира взял в другой мете. Но сейчас, как будто бы, Смоляной Страж, это просто тебе темп и хороший темп. 80, Санхадира у нас. 73. Раздатчик посылок. 65. Ну, да. Хорошо, давай тройку возьму. Пояс со склянками, либо восковой проказник. Пояс со склянками должен быть лучше. 85. Да, я соглашусь. Тем более с тройкой работает. Не, я возьму еще одну домушницу. Домушница как будто бы поинтересней. Кристальный грот. Оценится карта удар в спину. Удар в спину в целом нормально. Да, у нас такая темповая колода идет, и пускай она такая идет, ну и победоносный враг. Ну да, неплохо, ребят. Как бы вот она напоминает мне колоду предыдущую, да, там что ж нифига не было ничего дорогого. Но в отличие от той колоды, у меня много здесь раскопок. И как бы уже совсем игра по-другому сейчас пойдет. Я надеюсь. В прошлом же заходе у нас...
победил 0-4. То есть опять никто не победил. Да как же так, ребят? Почему в никуда уходит? Почему в никуда уходит? Начинаем прогноз. Сколько побед будет сейчас? 0-4. 5-7. 8-10. 11-12. 15 минут голосования. Поехали. А также, ребят, если вдруг хотите в голосовании поучаствовать, пожалуйста, вот на Twitch закинул ссылку. Сюда закину даже ссылку. Good game. Да не, много вариантов, достаточно вариантов. Может, один вариант еще оставить? Что значит много вариантов? Четыре варианта, это ни хрена не много. Это, ну, как бы, никак. Это никак не может быть много вариантов. Поехали. Четыре. Четыре много говорят. Отпразднуем новый цикл. Можно буконьер торгаша оставить. Что остальное? Доброго тебе дня. Здравствуй, здравствуй. Привет. Нравится праздник? Приветики. Так, я сразу вот так вот сделаю. Как тебе такой ход? Вряд ли он мне его уберет. Поэтому погнали. Ладно. Два. Набор миллион карт. Я, пожалуй, так сделаю. Конечно, школе новый сейчас какая-нибудь будет неприятная. Ну ладно. Что поделать? Ай ты какой! Ай ты какой! Ладно. Давай-ка я существо закрою. Хорошо, а? Блин. Как предсказуемо. Понял. Ну ладно, ничего страшного. Ай, как хорошо, ребят. Так, отдаст. Единицу свою дурацкую отдаст. Контрспел можно будет вешать. Это еще что такое? Это еще что значит? Ну, кстати, я могу тоже контрспел повесить. Давай, контрспел на контрспел. Поехали. Ага. Не вообще, как бы, похрену. Не впечатляет. Не впечатляет, говорит, ребят. Это за такое, за такое. Ладно.
Хорошо. Если ты считаешь, что это так нормально поступать, ну давай, ладно. Поступай. Хорошо. Вполне себе 3 урона достать. Давай, 6 урона. 6 урона, я считаю, окей. Так. Кто такой вообще? Ты почему вылез-то вообще? Не, ну ладно, я тебя, наверное, сделаю. Кредит не стать. Хорошо, у меня вот такая вот есть карта. Смертокрыл какой-то. Халявный абсолютно. Халявный смертокрыл. Ну да. Ну а что такого? Подумай, халявный смертокрыл. Чего тебе там досталось? Ну, самое страшное, кстати. Давай я так сделаем. Танец с драконом. Хорошо. Короче, 9. Ну и хватит. И все. 9 и 9. 9 чародейская стрела еще есть. Я теоретически. Ну, я отсюда могу что-то. Так, могу потихонечку попить. Успокойся. Какая мида, бляха, муха. Ты вообще, что ли? Конченый, ребят. Че вообще ты начинаешь-то? Ударится сюда. 1-2. Охренеть. Ладно, давай я сделаю так. Так, 9 плюс 4. Это у нас, ребят, 13 вообще-то. 9 плюс 4 равно 13. А говорили мы одна команда. Был это увидеть. Не провока. Муха. Сколько же можно-то? Ну, давай начнем так. Окей. А так я тебя убиваю, кстати? А я же тебя... Нет, я тебя не убиваю пока. У меня здесь 3, 2, да? 6 урона. Ну хорошо, я типа могу сделать... Так... Да хрен с тобой, я готов даже так ударить. Типа, я собираюсь проходить через вот это вот все.
11. Что, у меня 15 урона, если чё. Прям сейчас не атакует, окей. Пар успокаивает старый гость. Черт с тобой. Сошлись звезды. Свет направляет тебя. Пиу, пиу, пиу. Нет, что еще было три сверх. Как же я его расстрелял, ребят. Первый побед есть. Празднуем новый цикл. Так, в отличие от предыдущего хода, здесь я тройку оставлять не буду, потому что первый хожу. Так, Серка. Окей. Ну, давай. К сожалению, я же в руке. Нужно просить очень много лавы. Я думаю, лучше убрать. Клинок жаждет крови. Я на 7 ходов впереди. Такое. Что-то чуть-чуть крутит, мутит. Плюс карту получил. Хотя, в общем-то, ладно, даже не считай, ничего не получил пока. Одна карта в другую превратилась просто. Ай. Ладно. Сколько здесь у меня? 5 у тебя? Что, давай я тебя лучше отдам. Спел есть. А типа, либо шестерка, либо добор пойдет. Добор плюс раскопка, это довольно неплохо. Еще 5 минут. Ну да, поехали. Такое. Где вы мечтаете побывать?
принципе, можно оставить тебя. От своих карт нет. Ну да, это лучше будет. Это будет чуть лучше. Так, делаем. Давай, хрен с тобой, так просто уберем. Лицо в лицо. Окей. Большое существо асфиксии могу убрать. Опять же, карт добрать могу. Да, добор это прям приятно, когда есть добор такой. Как же его не хватало в предыдущей игре. Немного даже странно, что ты мне его не убираешь. Че, готова асфиксии его забрать? Что у меня есть-то вообще? Подожди, момент. А есть у меня, если что, сейчас 7 урона. Надо подумать. Хорошо, давай я все же так начну. Оружие паладина из прошлого. Звучит как что-то приятное, на самом деле. Это у меня будет 5-5, честно. Ну, кстати, 5-5 тоже ничего. Непростая задача. Ну ладно, давай, даже так сделай. И 6. 5-5, ну да. Так, чуть-чуть закрыть. Да, это терпимо, ребята, это терпимо. Не впечатляет. Все заканчивается смертью. Хорошо. Танец дракона. Что-то достал и хорошо. Манускрипты всякие есть еще в колоде. 15 карт, 2 манускрипта. Блин, вот это... Ну, я хочу сказать. Ну ладно. Если что, раз есть, два есть. Никаких. А еще у меня как бы и летал возможен. Да, нужно просто 3 найти здесь и все. Или здесь 3 найти. 3 вон. Чем больше ты дергаешься, тем лучше. Видит как 3 урона, ребят. За темного плоды! Ох. Вторая победа. Холодные ветра. Отпразднуем новый цикл. Ну, в принципе, давай 1-2 ставить, я готов. Начинается. Ладно, это, видимо, мне придется даггером махаться. Танец дракона. Ну,
Укротитель гонщика, это, конечно, супер карта. Это что ты мне хочешь показать? Что-то загрейдил. Танец с драконом. Допустим. Допустим, допустим. Так, это самая лучшая карта из всех. Танец с драконом. Вообще, возможно... Ладно, давай тебя пока. Пока тебя. Эта потеря будет оплачена. И послужит вам. Брать тебя могу? Я могу. Так, тебя не могу, получается, да? Пир, ну давай я, наверное, тебя достану в таком случае. Пейн. Пускай будет пейн. Ну, знает. Ну, вообще, можно было, конечно, с тобой сделать. Ну, ладно. Ой. И что, ты достал оружие, которое 4-6, да? 4-3. Ладно, хорошо. Да, неприятно, не могу сейчас я всякую... Ничего хорошего не могу ему доставать, да, получается? Ну, сейчас пойдет игра! Это существо еще копит силы. Так. Танец с драконом. Ну, типа, можешь его убрать. Как бы для него тоже это неплохо. Ладно. Неплохо, ну ладно. Сладкое мороженка. Какое-то мороженка. С чёрным страйком все равно можно убрать будет теоретическим. Блин. Ну ладно, что делать? Что вот делать, ребят? Ну давай даггер еще поставлю. Монетка манускрипта мне. Это, кстати, неплохо. Это легкий пейн. Это очень-очень не очень хорошая карта. Так, ну и чего не делать? Контактный яд. Убрал. Убрал. Так кинул. Так кинул. Пускай убирает мне его. В
Восстаньте и служите своему королю. Это что такое? Вылезло. Что вылезло, ребят? А, у тебя еще одна такая есть. Ладно, я проиграл. Ну как бы, ладно, хорошо. Может быть, у меня еще есть, конечно, шанс какой-то. Заморозить. Тебя могу заморозить. Да не, у меня же петроглиф. Отстойный петроглиф. Внимание, внимание, тоже супер отстойный петроглиф. Восемь. Да. Что такое сделать? Сегодня ты сильнее. Великан зарешал. Воплощенная ярость стихий. А, ну, блин, да, не очень получается. Ну ладно, короче. Ладно, двойку оставлю тут с тобой. С тобой двойку оставлю. Что же я без старта? Окей. Дело сделано. Job done. После отпуска надо будет отдохнуть. Что мне с тобой делать? Ну такое. О, отличная карта. О. Да, смоляной страж сейчас, конечно, камбэкает. Совсем недавно он как бы рассматривался мной как писец, средненькая карта. А сейчас уже прям надо, что надо. Так, хорошо, давай так сделаем. Может, так сделаю, да? Короче, пока нормально. Пока что-то в лицо ему бью. По мелочи, по чуть-чуть, но и как бы нормально, достаточно. Окей. Сейчас Элему раскопаю какого-то. Словно Нептулон на финал игры. Ямочка, окей, тоже нормально, тоже сойдет. Ну, не очень, конечно, получилось. С другой стороны. В целом и так сойдет. Уран заклинаний плюс один.
Ну ладно. Эй, я первая нашла! Хорошо. Инки меня максимально не беспокоят. Это сокровище, пиратам не годится. Окей. Завораживающая мелодия. Устраивает. Допустим. Что дальше? Кстати, 1-1 сейчас будет неприятно. Ну, да, мне сейчас 50 на 50 придется брать. Возможно, мне стоило просто его на самом деле бросить. Отдать. Ну да, ну возможно, возможно, хорошо. С другой стороны, я как бы не особо тороплюсь. Вот это сокровище! Сильно. И напрягает. Я возьму якорь. Пока наплевать. Бездна. Блин, ну это на самом деле не очень приятно. Но все равно уснут, поэтому мне проще, наверное, так ударить. Какой-то добор мы сейчас сделаем. Существо получает 2-3. Но как будто бы... Не, ладно, хрень это полная. Лучше так возьму. Лучше так, ребят. Хорошо. Давай. Как бы зачистить стол полностью, ну, весьма проблематично будет. Что-то гроза нужна. Ну, хотя грозу не то, чтобы супер проблематично достать. Чё, гроза и гроза. Но опять же, как бы... Времени мало. Слишком много, слишком большое у меня преимущество.
Росталь F4 назад. Давно пара. Окей. Победа за тобой. Три победы у нас пока. Селеста и король Лич. Все послужат мне после смерти. Отпразднуем новый цикл. Ничего нету. Ну тройка, ну тоже не хочу тройку, хочу старт. В целом здесь неплохо тройку и найти. Ну да, ланс идет. Сразу выход. Потихоньку буду бить его. Не вижу никаких причин не ударить лицо ему. У меня слишком все хорошо, чтобы... Ну, типа, стол я в любом случае буду держать. Да. Халявные два урона. Учились. Я могу разменять его. Но с другой стороны, зачем мне это? Тоже не особо вижу радости. Пока просто тебя. На пятки хоть можно. Так, окей. Ну, кстати, неприятно. Если там окажется сейчас яд, то это, конечно, будет прям беда. Беда проблемная. Так, лед, огонь, ну может быть. И лед и огонь у нас есть. Природы нету. Только единственное, что у мага, да? Надо подумать. Некоторая уеха. А, пускай будет АУЕХа, на всякий случай. Хорошая карта. Она как бы по умолчанию самая лучшая карта. Значит, мы ее оставим. Беспокоят яды. Если не будет ядов, то все хорошо. Оружие сильное, но, опять же, без ядов не так напрягает. Ладно. Конечно, тут набрал. Чем больше ты дергаешься, тем лучше.
Так, ну тебя да не, да не, Лейтенант Качет как-то самое лучшее. Обмазанные тупо картами сильными обмазанные. Обмазанные сидим. Да, его вообще не отпускает. Вот все какие-то, вся дичь. Вся дичь. Все самое лучшее. Ну да, Хелию еще замечательно. Давай Хелию достанем. Так, раз, два. Интереснее пойди. Вот так и сделаем. Танец с драконом. Может, он мне не сможет убрать элементаля. Ну Хели такое. Неплохо, конечно. Тут опять же, здесь если... Не, ну это прям обмазался на 10 из 10, ребят. Просто 10 из 10 обмазался. Все у него есть. Каждая дурацкая карта. Да, давай я начну еще уже получать вот это вот все. Извините. Тяжело будет победить здесь. Я, к сожалению, даже уже не особо верю в свою победу, потому что я вряд ли смогу сильно стол занять. Кто знает, как пишется Зинасшари? Есть кто-нибудь? Что ты сделал? Меня! Выбери меня! Еще ты замешал. Ну ладно, сейчас чуть-чуть ему в лицо все равно двину. И что-то получилось сверху. Ну, офигевший. Шо, давай. Антимагия. Чем мне лучше, антимагию или в руну? Руна типа просто давить. Мне же нужно давить как-то. Давай, попытаемся так сделать. Ладно, хорошо, ладно, ладно, хорошо. Начну с такого. Значит, злобожок, знаете ли, ну, такое злобожок. Не, ну, в принципе,
принципе, слабожоп. Да не, ну, блин, ну да, это как бы за собой бессмысленно. Давай я попытаюсь злобожопить. Попытаюсь как-то дожать. Хорошо. Извивайся. Ранец дракона. Плавится все. Ну, может, он не сможет его резко убрать. Это все же 10 здоровья. Хорошо, начало, конечно, чудесное для него. Но когда у тебя так много карт, ты добираешься, это, конечно, ну, говорит о том, что не очень все здорово. Весьма такая себе. Ну, в ответ я ударить могу. Я же не против, ребят. Блин, ну рано. Рано, дружище. Три урона. Огненная волна! Так, 3 урона, 9 урона. Летал, что ли? Ребят, получается, летал. Хорошо. Но это прям, конечно, жестко. Все у него было. Это извержение мне помогли. Ну, всадник без головы, да, сейчас он тоже, ну, слишком медленный лего. Не успеваешь ты голову достать. Вот. Темп не очень-то выдаешь. Ну, как бы неплохая, но... Не супер сильно. Малфурион. 2, 3. Ну ладно, я готов даже такую тройку оставить, учитывая, что у меня есть двойки. Хорошо. Значит, двойка, тройка, четверка. Никого не ждет. Окей. Красота! Это не только блеск чешуи. Ладно, давай так я сделаю все равно. Вау. Ладно, хорошо, это просто расколка. Ну да, 2 карты теперь у тебя. Не то чтобы супер страшно. Yeah.
Найфы на свете достанем. Будем просто его давить. Темповать, давить. А я, в принципе, готов даже так разменять. Да? Ну да. За темного владыку! Что он? Через монетку. Это у него две такие вот леги. Ну, такое, конечно. Странно, что он не пытается сразу следующий сыграть. Это на самом деле немного стрёмно. Окей. Окей. Как бы даггер здесь особо нет. Рискнуть никогда не Блин, какой же ты... Мерзкий, ребят, мерзкий! Раз же такую вот лего, ну, достаточно плотную, сильную. Да, охренеть. Охренеть не встать. Ладно. Как будто бы я, кстати, не против его заморозить. Удариться даггером. Если попаду, здорово, не попаду. Ну, не попаду, будет, конечно, приятно. Так. Ладно, хрен с тобой. Я все же надеюсь. Надеюсь и верю. Ладно. Попал. Поехали. Ребят, там интернет, что ли, закончился? Или телек где? Игры. Хочешь плыть, хочешь тонуть. Какая разница? На, ладно. Ладно, ладно, как скажешь. И тони. Можно типа раз два. Ну ладно, давай я так сделаю. О, это приятная карта. Эта карта приятная. Два. Три. Так, хорошо. Большое существо с легкостью захватом. Смертельным будет побито. Вот. Ну, это на самом деле немного стрёмно. Что большие леги за единицу могут быть. Впечатляет. Давай, показывай, что есть. Дозвингого. Дозвингого. Прямо дозвинго достал.
Так, это вообще неприятная хрень. О. Раз. Ну хорошо, давай так я сделаю. Да, ну конечно, смертокрыл за единицу, ребят, это ну такое. Ну такое, ребят, ну такое. Такое, ну такое. Как бы сказать. Немного нахалявил человек. Так, ну давай, сейчас мы будем, наверное, что-то, скрипт какой-то делать. Близко, но нет. Как раз то ему довольно-таки везло. Хорошие леги там все дела. Пять побед. Моего гнева. Отпразднуем новый цикл. Так, ну это в принципе нормально, это тоже в принципе окей. Хорошо, давай. Оставим. Скрипт. Какое-нибудь заклинание. Ну, тоже хорошо. Меня избрала сама Аника. Какое-нибудь бы заклинание, ребят, такое. Пояса с клянками, например. Хорошо. Да, в этой единице как будто бы не жалко разболт отдать. Ладно. Жестко. Сейчас за 2 года. 4. Ну ладно. Блин, ну такое, конечно. Сос! Можно подновить, но у меня не так-то много карт. Как будто бы можно, а как будто бы и нафиг нужно. Все, давай пас. Как бы мунскрипт надо попозже пытаться делать, наверное. Хотя, может быть, я даже на следующий ход сделаю. Главное, чтобы не убил его. А, ну да, конечно. Конечно, не убьет. Ага, сейчас, конечно. Конечно. Ага, сейчас, конечно. Все заканчивается. Станет драконом.
Тройка, конечно, плохо у меня сыграна была. Кстати, джекпот ему первая карта очень даже хорошая. Че, вторая, давай посмотрим. Ну ладно, это в двойку тройка улетает. Я как бы и не против. Если там у тебя еще нету, да? Невероятная находка! Я на 7 ходов впереди. Какое существо отменим? По классике сразу единиц. Удивительно. Так сошлись звезды. Ну да, это, конечно, ты, дружище. Не впечатляет. Танец с драконом. Да. Так, если что, у нас здесь 9 урона. Не, ну это у тебя слишком много карт, я слишком малое давление на тебя оказываю для того, чтобы ты делал подобные ходы. Это, ну, как бы, ну, прям глупость глупая. Прям максимально глупость. То, что он сделал. Ну, как бы здесь тоже на двойку он... Имея такую единицу, да, при этом. Что он же даже не стоп-дека же ее. Короче, дружище, ну ты, да. А просто волосился, я бы сказал. Портал. Давай так я сделаю. А, так вот же она. Я что-то сижу такой, думаю, а в смысле, а как это так? А где у меня еще одна штука? Не впечатляет. Танец с драконом. Нужно поторопиться. А что сидим? Глубоко нырнул. Ну, это неприятно. Это неприятно. А чё я играл-то? Ну, какая-нибудь тайная магия, огонь у меня, да, были. Лёд я могу сделать. Ну, чё-то как-то хреново. Ну, давай лучше добор я возьму. Так, хорошо. Сейчас спокойно же его убивает. Че, не в лицо кинуть хотя бы? Чтобы достать и не получить урона. Интересно. Три урона. Чем не хватает? Танец с драконом. Нет, ну я близко. Не тайные май, ты не ничего там. Никакой не шадоу.
Хорошо, давай, я так все сделаю. Итак, у меня есть, если что, 12 плюс вот это вот, плюс еще дагер, в смысле. А сейчас появится... И сурон за что? Ну и достал. Большие заклинания не сделает. Я победил. Хорошо. Шестая победа. Празднуем новый цикл. Так, ну, в целом мне нравится. Единица, нолики, единицы. Двойку подвезли. Три урона могу нанести на следующий ход. Можно и больше, конечно, нанести. Чем не надо больше наносить? Ну, я вот так могу сделать. Да, танец с драконом. Ну, как-нибудь какой-нибудь мальца могу. Но будет печальнее, если он сможет его достать со дна. Эй, тут как бы уже не должно быть таких карт много. Какого хрена ты достаешь ее? Какого хрена ты ее достаешь? Ну давай даже так сделаем. Начинается. Чё он где там стоит? А, типа вообще только крабик у него там. Бедолажечный. Интересно, это в очень хорошем разрешении картинка. Там крабик нормально нарисован? Или мазня? Окей. Ну что, я сейчас тройку сделаю. Тройку и удешевление на 4 получается. Чем больше ты дергаешься, тем лучше. Блин, ну хрен с тобой, давай. Танец с драконом. Ладно, ладно, хорошо. Удачная!
Но все равно не так плохо для него. Ну, в целом, давай, единицу мы кинем. Как будто бы уже можно. Это мы уже не узнаем, что он там за что. Ладно, еще пока... Не, ладно, не узнаем. Окей. Ну, можешь, конечно, укусить. Не хочет кусаться. А если слишком мало здоровья, не будет кусаться. Секрет. Секрет, неужели у тебя будет преграда? Танец с драконом. Реально преграда, ребят. Ну, ладно. Немного жалко, но что делать? Сейчас восьмерку закинем. Посмотрим, что будет. Я надеюсь, что добор-то будет. Как бы самое важное. Ну, сейчас пойдет игра. Да, конечно, удивительно, что у него ледяная преграда просто так лежит. Такого не ожидаешь. Так. За миротворцу. Плюс карты. Танец с драконом. Но при этом я его убиваю. Блять, нормально, под конец. Поднасыпало, ребят. Твоя кровь поет для меня. Ну, как бы, ну, нормально, да. Нормально. Тут нету ничего, что одновременно и... А, ну ты и есть. На тебя можно накинуть всего. И стостоветра всякое. Да, ничего, так сыграл восьмерку в целом. Мне нравится. Мне нравится, сойдет. Flame Strike. Flame Strike будет жалко. Обидно, печально. Будет Flame Strike, если. А он является древним, интересно? Не до... Да не, не, он не является. Не является. 100% не является. Что странно, он же все же на свете. Почему он не является древним? Почему он не древний? У меня кончается время. Кончается. Че, ты его убираешь? Ты, в принципе, все равно мне на 1-2. Почти, но почти не считается, как известно. Шум. Как же легко-то.
Празднуем новый цикл. 1-2, хорошо. 3 неинтересно. Пару ходов ничего не сделает, проиграет. Ну ладно, он отдал монету. Он, конечно, хороший для него ответ. Сейчас вопрос, что у нее двойка, будет ли что-то за два? Или это просто пас? У нее еще два есть топ-дека. Охренеть, не встать. Ладно. Чего у нас криптов? Блин, ну это, конечно, жестко. Такой старт. Так. Кровь застывает в жилах. Я не день. Танец с драконом. Мистер 1-2-3. Но это ж не стоит он того, да? Мне проще разменяться так и делать. Подозреваю. Видимо, придется так разменяться. Что поделать? Это лучше. У меня осталось. Ну, какой-нибудь пояс со склянками, да? Шестерку, ладно. Шестерку мне нормально. В целом, как бы, конечно, не очень все хорошо для меня идет, потому что, как ни крути, у меня колода не супер контрольная. Если у меня одна единственная карта за 6, да, сами понимаете. Но есть надежда на то, что и у противника не очень контрольная, потому что писец у него старт. Такие старты это... Это ж мечта. Практически. Мы приветствуем солнце. Охренеть, у него вообще набор карт. Две лучшие единицы. Тройка так себе. Не самая сильная, не тир-1, да? И две очень сильные единицы и три очень сильные двойки. Все тир-1. Все что-то дают, все как-то что-то это раскапывают. Так, как я должен выиграть здесь? Что-то попытаться через пояс со склянками сделать, да? Какой-то, возможно, добор. Добор. Какое-нибудь уничтожение. Это молния, ладно. Охренеть у тебя карты. Типа молния на халяву получил, да, и разыграл, на тебе сразу еще такая. Это чудесно, конечно.
допустим. Там у тебя по картам 19-19. Я хочу поколдовать. Еще одна единица топовая. Ума сойти. Ну вот это как бы не самая, конечно, сильная карта. Все равно неплохо. Что, давай раз. Призыв мне не очень интересен. В последнее время на арене оно прям ощущается, что насколько разного уровня колоды. Что после 7 ты, конечно, начинаешь вообще каких-то сумасшедших дикарей встречать. Потому что, опять же, мы предыдущими колодами слабыми играли. Ну и мы видели слабых ребят поначалу. До 7 не дошли. А здесь колод хороший, сильная. И чё вот это начинает? Что это такое? Так, ну, наверное, время манускрипт. Хотя, может быть, манускрипт на 10-й ход. Сейчас подумаем. Типа я же тебя могу спокойно перестать. По 3 брать. Миллион тысяч лечения. Вот это приятно, конечно. К сожалению, только повесить сейчас не могу. Ну, в целом, ладно, давай. Так, хорошо. Мы уже рыцари смерти одного дикого побили. Ну, мне могут сейчас из манускрипта бездны хорошие карты наприходить. Вот, на что я, собственно, и надеюсь. Хрен знает, на что еще надеяться. Ну, это классно, да. Ой, иди нахрен. Дружись. Не, ну ладно, хорошо, уничтожай существо, уничтожай. Ну, конечно, все равно дичь. Не убей мне, пожалуйста, 1-2. Еще один свет кошара. Ну, пока что... Ну ладно, хранительница кораллов как бы тоже не самая сильная карта, но учитывая, как у нее все разыгрывается, как будто бы и она хорошо играет. Угу. Поехали. Фаербол. Вероятность хекса, она, конечно, зашкаливает.
такой вселенной. Да и вообще не сомневался, сказать честно. Ну а что делать? Ну, допустим. Чего так мало? Сейчас обидно было. Ладно. Танец с драконом. В целом, ладно. Мы сейчас еще тайную магию сыграем. Магия там не разыгранная была. Сможем разыграть семерку. Уже она будет 4 призывать. Я что-то думал, побольше я натиск бы, ну да, натиск бы, конечно, мог бы быть. Но в целом окей, как бы тут тоже этим же флеймстрайком только нужно убивать. Так, на что мне теперь надеяться? Ну, есть еще парочку раскопок, но вообще, да, если будет флеймстрайк или что-то подобное, блин, ну, что же видеть. Не жалко две карты отдали, да, я смотрю. Ноль вопросов. Ну, поехали, тебя достанем. Что делать еще? По факту дрезерблок у него Лего, да, самая худшая карта. Пока что была из показанных. Ты победил в бою. Сила королевы за пределами твоего понимания. Третья. И 1 000 000 еще карт сверх. Тут уже я ничего не сделаю. Я уже не верю в победу. У меня слишком много здоровья. Так, чисто побаловаться, ребят. Встретили мутант какого-то. Карт специально для контрспелла. Просто чел из ладера пришел. А че говорит? Можно я тут это со своей колодой?
Так, не, ну давай, вот я тебя сделаю, сейчас посмотрим, если у нас будет, будет ли у нас что-нибудь. Ну, заморозка нагрузка как будто бы мне не решит ничего. Давай, я тебя сделаю. Хорошо. Окей. Сегодня ты сильнее. Не знаю, как такое побеждать. Просто тупо не знаю, ребят. Не побеждается. Дайна. Так, ну, четверка не надо. Остальное вроде бы неплохо. Так, это неплохо, если она сможет ударить. Достать единицу смогу. Неплохо. Слушайте, это приятная ситуация. Эта ситуация приятная. Бери, не убирай мне один. Я максимально темп выдаю. Подожди, у меня есть как быть spell damage? Spell damage. У меня есть, если что, превращение в медузу. Да. Это если что работает. Ну, кстати, хреновая сейчас ситуация. Мне нужно что-то с топ-деком, мне нужно. Ну, контрспел, ладно, хрен с тобой, достану контрспел. Так, монетку он отдавал. На улицах небезопасно. Ну, нет, вообще вопросов ноль. Ноль вопросов, я увижу. Хорошо. 13 здоровья уже. Ну кто-то, конечно, встревает. Ну, без толку, потому что в любом случае у меня контрспел висит. Да? Ну, закончили. Вид сюда, это самое плохое, куда можно удариться. Кстати. Ну да, ну да. Восьмая победа.
И что, это будет последний наш противник? Че мы по итогу сегодня? Мы сегодня 7 побед сделали. За 2. Что, конечно, плохо. Плюс еще 8. То есть как бы 15 за 3. 15 за 3 это 5. 3 победы для того, чтобы стало 6. Ну ладно. Так. Товарищ Мао. Ну что, нам Вульпир не нужна. Вам все остальное нормально. Маг, паладин. В целом я не особо уважительно отношусь к этой комбинации. Но, возможно, там хорошо собралось. Многие классы, они такие. Вот очень специфично комбинации с двух классов. Вот прям очень специфичный карт всегда жаждет. Если их нету, то как бы дальше ты уже хрен выиграешь. Пока так. Какой? Ты. Чем дешевые мне, пожалуйста. Что можно отменить? Никто не бежит от меня! Ах ты ж какой. Блин, ну это, кстати, плохо. Ну, разумеется, ты будешь биться. Это будет супер. Ошибка не ударится. Ну что, мне нужно... О, ну хорошо. Ну, тоже так себе, на самом деле. Чё-то да. Единственное, конечно, здоровье у неё проседает. Как будто бы это и не особо важно. Ибо прям чё-то каких-то супер темповых карт я и сыграть не могу. Ну, 3-2 он сейчас сыграл, но он всё равно сейчас его может побить. Окей. Ядом. О, это просто лучший топ-дек, который только может быть. Давай. В смысле, и что там у тебя есть? Ну, Flame Strike на халяву. Ну, что тут сказать? Что тут сказать? Как бы единственный плюс из этого всего, что у нее не будет Flame Strike. Хотя, может, у нее их миллион. Не, я походу проиграл здесь. Слишком много ему дало это. Слишком много дало. А, у меня какие-то были, может быть, ни одной нежити не было, к сожалению. Так, хорошо. Раз, два. Еще разочек. Не, могу даггером удариться. Или все же лучше так. Не, давай, ладно, я сначала так сделаю, а потом ходом, да. Не, давай я ударюсь лучше даггером. А у тебя в категории стоит Хардстон, а у Дог-Дог собака-собака. Вот, бы еще понять, что это значит. Но звучит очень интересно, кстати.
Да, понятно. Да, я уверен, что у меня единственный, блин... Ну да, давай ты мне еще все лицо разобьешь нахрен. Хорошо, давай. И что делать? Да, разумеется, ничего не будет. Кто ж сомневался-то, ребят? Ну что, чтобы что-то было еще? Что, я проигрался? Сегодня ты сильнее. Ну, все зашло. Осьминог-серфер с волной огня. Просто на халяву достать. Ну да, ну да, ну да. Ладно, 8 побед. Нормально.